Дороги Артемовского городского округа далеко не в идеальном состоянии, но за последние несколько лет происходят сдвиги в плане их ремонта, пусть частичного, но это лучше, чем вообще ничего. Заплаточный и ямочный ремонт у нас идет, таким образом, хоть немного, да преображая самые, можно сказать, разбитые участки, где пару лет назад артемовские владельцы автотранспорта проезжали со слезами на глазах от жалости к своему автомобилю. Многим артемовцам часто приходится бывать и в Екатеринбурге, где состояние дорог ничуть не лучше, чем на территории нашего района. Но в ближайшее время ситуация с дорогами в столице Урала должна выправиться. Губернатор Евгений Куйвашев осмотрел объекты улично-дорожной сети Екатеринбурга, которые должны быть отремонтированы в 2014 году, в том числе за счет областных средств. На эти цели из бюджета Свердловской области в этом году городу выделено 700 миллионов рублей. Отметим, всего Екатеринбург получит на развитие дорожного хозяйства почти 1,5 миллиарда рублей из региональной казны. Помимо средств на ремонтные работы, муниципалитету выделено 90 миллионов рублей на капитальный ремонт улично-дорожной сети, а также 692 миллиона рублей на строительство и реконструкцию автодорог. Эта сумма включает в себя и средства на переходящие объекты, те участки дорог, которые были просубсидированы, но не отремонтированы в прошлом году. Финансирование проведения ремонтных дорог на улицах Екатеринбурга осуществляется в рамках областной программы «Столица». Ее реализация, по мнению губернатора, позволит решить накопившиеся проблемы в сфере городского дорожного хозяйства. Сейчас собрались не для того, чтобы оценки давать, а для того, чтобы сверить планы ремонтов, в том числе и тех денег, которые были выделены в прошлом году, так называемые переходящие объекты, и новые объекты, новые дороги, на которые деньги выделены правительством Свердловской области, выделены администрацией города на проведение улиц и дорожное покрытие в соответствии с требованиями СНИПов и правил дорожного движения. Таких улиц у нас дополнительно к существующим ремонтам добавится 24. Получается, городу нужно в два раза практически большую работу проделать. Успеют? Ну, как меня заверяют и глава администрации, и глава города, и специалисты администрации города, заверяют, что успеют. Евгений Куйвашев в сопровождении главы Екатеринбурга, председателя городской думы Евгения Ройзмана и руководителя городской администрации Александра Якоба осмотрел участки дорог на улицах Николая Никонова, Шевченко, Первомайской, Гагарина, Мира, Академической, Восточной и других. Отметим, всего в перечне объектов, средства на ремонт которых выделены из областного бюджета, 24 участка городских улиц и 3 трамвайных переезда общей площадью 274 тысячи квадратных метров. Общая протяженность участков автомобильных дорог в этом перечне составляет 18,8 километра.